Үтеу күннен күйе қыранын елірер күнні көрәтшілер. Сақатыла үрия ұтыны ұраз, сер-семәғіне седір әйден, сақан ұротыны сұриятшыта, тылмастыра, аматшығыя, қойбыда. Ол күрдік әхеге түрәуі түрі тұлбытын сәңәрін өретен малақтырған аллақ, сақатылын таптығын ден беріне көрігіт. Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите телепередачу «Я люблю якутский язык». И сегодня мы с вами поговорим на тему в парикмахерской, а также будем учить звукоподражательные слова. Ол курдук биге бүгүн парикмахерской гадин темына капсетехпит. Ону тене пыхатюк таркуллары уэртехпит. И сегодня в нашей передаче пришли учить якутский язык студенты Института психологии Татьяна и Тимур. Ол курдук бүгүн бериптигер биге сакатлын уэрте психология институтун студенттары Таня, она Тимур алжыттыкалле. Итүү күнүн алар. Итүү күнүн. Итүү күнүн. Сакатлын уэртерге белемитто. Белемит. Алысы чыгай. Итак, начинаем знакомство с новыми словами. Кеги. Кеги. Человек. Тыныраг. Тыныраг. Ногти. Баттах. Баттах. Волосы. Сирей. Сирей. Лицо. Каз. Каз. Брови. Кыламан. Кыламан. Ресницы. Эдер. Эдер. Молодой. Эдерсас. Эдерсас. Молодость. Кырджагас. Кырджагас. Старый. Бүгүн. Бүгүн. Сегодня. Ага, сарсын. Сарсын. Завтра. Эр. Эр. Ага, долго. Сотору. Сотору. Угу, скоро. Бастан. Бастан. Сначала. Онтон. Онтон. Угу, после этого. Барыта бәле. Барыта бәле. Ага, все готово. Хартыскаға түсті бүт. Хартыскаға түсті бүт. Еще раз, Тимур. Хартыскаға. Хартыскаға. Түсті бүт. Түсті бүт. Ага. Сфотографировались. Санызыл жақ бүт. Санызыл жақ бүт. Еще раз, Тимур. Санызыл жақ бүт. Санызыл жақ бүт. Будем вспоминать. Турду бүт. Турду бүт. Стояли. Кетесті бүт. Кетесті бүт. Ждали. Түсті бүт. Түсті бүт. Сошли. Кирдебит. Кирдебит. Зашли. Крыда. Крыда. Ага, постригла. Ирастата. Ирастата. Почистила. Суйда. Суйда. Ага, помыла. Чтобы хорошо запомнить слова, которые мы сегодня учили, давайте посмотрим рубрику «Мой словарик». Вот он ларбытын эстичугайдик эгиртуыттан мен тылжытымген рубриканы көрегін. Киги – человек, тыңырах – ногти, баттах – волосы, сирей – лицо, каз – брови, кыламан – ресницы, эдер – молодой, эдерсас – молодость, кырджагас – старый, бүгүн – сегодня, сарсын – завтра. Эр – долго, сотору – скоро, син – не очень, бастан – сначала, онтон – после этого, барыта бәлем – все готово, картыскаға түсті бүт, сфотографировались, санызыл жақ бүт, будем вспоминать, турду бүт – стояли, кетесті бүт – ждали. Түсті бүт. Сошли. Кирді бүт. Зашли. Кырыда. Постригла. Ырастата. Почистила. Суйда. Помыла. Звукоподражательные слова на якутский язык переводятся как тыгытюктертыллар. Например. Нир. Звук отдаленного грома. Тюнь – звук выстрела. Звукоподражание представляет собой условное приблизительное обозначение средствами языка звуков окружающей среды.
Звукоподражательные корни, в отличие от других знаменательных слов, самостоятельно не функционируют в языке. Они употребляются только в виде значимого компонента – аналитических форм глагола. Например, «дахди», «кюлюмген», «лизген». Звукоподражательные слова представляют лексико-грамматическую единицу, определяющую лексическое значение сложного или составного слова. Слова звукоподражательного происхождения занимают заметное место в лексике якутского языка. Ребята, с помощью этих слов составьте, пожалуйста, предложение на якутском языке. Онюбун, сюребин, агыбын, үнкүлүбүн, онна карбыбын дентил. Закончили? Ага. С кого начнем? С меня. Ага. Давай, Тимур. Балтыбын, кытта, тача, карынан, онюбын. Сеп. Мин хас сэрэдэ ахсын спортзалга сүйрэбин. Молодец. Сарсэрда туран баран ахыбын, уанна юрэнэ барабын. Мин иллэн кэммэр үнкүлүбын. Мин сатан харбыбын. Олы сүйчүгэй, тохтур билинге кэмэн туханан, олы сүйчүгэй интерэхнэ эти толкуйдатыгыд. Далее давайте встретимся с нашей Сандарой. Интересно, что она нам сегодня расскажет? Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня мы узнаем, как правильно на русский язык переводятся якутские пословицы. Сюгекай батаган, сюбякаяр. Что топор не берет, то совет одолеет. Солджебет сыгбулар. Ищущий всегда что-нибудь да найдет. Отчугуй улаттын, пятёх уойдун. Пусть малое врастает, худое поправится. Кулгах рага истер, харах чугахы горер. Ухо слышит далеко, глаз видит близко. Апсюрдана эт халбат. Кёнкэттана чиркэй халбат. Лошадь побежит, собака не отстанет. Кряква полетит, чирок не отстанет. Аянки это аргыстах, солки это доңырдох. Каждая дорога выбирает спутника по себе. Агатын туяган хатарых барахсан. Достойный сын продолжит доброе дело отца. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно. До скорой встречи! Порядковые числительные указывают порядок предметов по счету или их место в ряду других предметов. Они отвечают на вопрос «кагыз» – «который». Например, «иккис» – «второй», «бегис» – «пятый», «алтыс» – «шестой», «онус» – «десятый». В речи порядковые числительные чаще всего служат определением. Они могут служить и сказуемым. Ребята, а сейчас мы будем разгадывать слово. Я буду вам показывать движения, а вы должны их озвучивать на якутском языке. Например, я танцую. Это значит, что я делаю? Инкюлюр. Инкюлюр, правильно. Так. Утуяр. Утуяр. Угу. Хамар. Хамар. Се. Суруяр. Суруяр. Угу. Сотор. Сотор, правильно. Устанар. Устанар. Таганар. Таганар. Кепсетер. Кепсетер. Молодцы, оғалар. Олы сүйчүгэй дегүрелі әдегет. Манан бүгінгі берейбет түміктенер. Оғалар, бүгін тұғы саңаны білдегет. Сана тұлары білдегет. Ордық түгі сөбілі әдегет. Ойнау бұтын сөбілі әдегет. Оняу путин сөбіләді кет. Ендікетін дағаны маннық арас оннюлар бар болықтыра. На этом наша передача подходит к концу. Сегодня мы с вами поговорили на тему в парикмахерской, а также учили звукоподражательные слова.
Олох ханнык да өр түгенігер, етілгіттен абыралы болуын. Кенебай байқалығы ұрыстанын, бай дуғаланың өлбәт әйденіңден, саха ұлу дегіттер планына құрыячытын қоғауынынан бүгінгі бері бүтін түміктей бүт. Анығыз кі береге, көрсе қадері.